Шла великая бойня. Клубы убежалось. Черные стражи казнили изоморфов прямо на улицах. Всех, кто был дорог, всех убили. Смерть грозила и мне. Я бежала. Знакомые программы тайком вывезли из города. Однако вскоре я была окружена. Стала готовиться к смерти. Но в последний момент чья-то рука легла на плечо. Я обернулась посмотреть. Прямо за мной стоял Создатель. Твой отец. Он спас меня. Так что меня отняли у живодеров. Раньше это был знак, что здесь Флинн. Но постепенно этот свет стал для нас символом мира по ту сторону. Незнакомого, но прекрасного. Никогда еще не было так близко. Вот так я представляю себе рассвет. Нет, извини, никакого сравнения. Какое оно? Солнце? Да. Никогда не пробовал описать его. Теплое. Яркое. Прекрасное.